Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс «Живая глина» прошел в Северском доме культуры. Уже второй год творческое мероприятие собирает любителей гончарного мастерства из Северского, Абинского и Крымского районов. В рамках фестиваля прошла выставка «Живая керамика», мастер-класс по лепке, а также конкурс гончаров «Руки мастера». Главная цель фестиваля – популяризация гончарного мастерства среди детей и взрослых, объединение поколений в совместной деятельности, возрождение и сохранение старинных народных промыслов. Гончарное ремесло известно на Кубани с незапамятных времен. Глиняные посуда и утварь считались необходимыми и практичными изделиями в быту казачьих станиц. Не теряет своей актуальности гончарное искусство и сейчас, когда штучные изделия ручной работы ценятся особенно высоко.